Модуль распознавания лиц программного комплекса RASIR детектирует лицо в кадре, выполняет его распознавание, определяет пол и примерный возраст человека, сверяет с имеющейся базой, показывает степень похожести с фото, имеющейся в базе. Поиск по архиву очень гибкий. Можно не только осуществить поиск по лицу, кликнув по интересующей нас персоне в галерее лиц, но также задать и параметры поиска. Например, показать сотрудников определенного отдела, вошедших в офис, скажем, за один час. Есть возможность выгружать галерею лиц. RASIR позволяет создавать определенные действия на тревожные события. Например, если в поле зрения камеры появился интересующий нас человек. В данном случае при появлении сотрудников определенного отдела сразу же открывается архив. Но благодаря интеграции скриптов на питоне можно задать любую реакцию на тревожное событие, включение сирены, открытие замка двери и так далее. Спасибо за внимание. Остались вопросы? Спрашивайте в комментариях. Ответим. До скорых встреч!